а как тебе концерт? Концерт? Ты знаешь, это странно, но я никогда раньше классическую музыку не любила. Я все время песни слушала, Козин, Утесов. Кстати, куда Козин пропал? Я не знаю. Не знаешь? А тут это удивительно. Сложно объяснить, такая музыка, Бетховен. Это, знаешь, как будто бы что-то внутри открывается и улетает прямо туда, на небо. И никаких слов не нужно. Ты права. Иногда слов совершенно не нужно.